Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения Джея Охотника на зомби. И вот такой вот замечательный костюм Бада предложил один из наших подписчиков. Иду, друзья, вам навстречу. Вот, кроме того, сегодня мы будем передавать приветы, выполнять всевозможные задания, набивать очки мастерства, и я надеюсь, что сегодня мы перейдем на новый уровень. Итак, бросаем мозг, прячемся. Надеюсь, удастся нам поджарить зомбиков при помощи вот этой пушки Теслы. Ох, ничего себе, какой классный разряд. 4 зомбика плюс голубь. Ну что же, это было здорово. Еще давайте-ка я попробую подбить вот этого голубя. Ой, не то сделал. Хотел выстрелить гарпуном и поджарил голубя при помощи вот пушки Теслы. Вообще стараюсь одиночных зомби только при помощи гарпуна ловить, но как-то вот так получилось. Итак, давайте-ка я установлю здесь ловушку Теслы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Итак, давайте-ка попробуем поджарить вот этих зомбиков. И вот как такая куча зомбиков. Ох, какой классный разряд. 4 зомбика, один еще оказался и с плутонием. Итак, 196 мастерских заходов. Вот очередное очко мастерства. Ну что же, просто супер. Очень хорошо. Давайте-ка возвратимся к кафешку и посмотрим, как идет бизнес Эйджея и какое у нас сегодняшнее задание. Вот. А, друзья, сегодняшнее задание у нас: собери монеты. Сначала получаешь мощность, потом ловишь зомби, потом получаешь монеты, собери больше монет. Ну что же, принимаю вызов. Принимаю вызов. Вот, активирую, верую те зомби-машины, которые возможно. И отправляемся с вами на ловлю зомбиков вот при помощи костюмчиков для Эйджея от наших подписчиков. Но вначале давайте-ка, друзья, я активирую зомби-машины и передам приветы. Вот, просили подписчики, чтобы я улучшал все зомби-машины. И вот несколько видео назад мы уже улучшили все зомби-машины. Итак, запускаю зомби-выжималки, пусть они вырабатывают вкусняшки. А мы с Эйджеем пойдем и с вами на поиски очередных зомбиков. Вот, ну посмотрим, как это все у нас получится. Итак, здорово, все у нас получилось. Вперед на ловлю зомбиков. И вот вначале передаю большущий-большущий привет от нашего Эйджея всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Бурновой Доминике и подписчику с ником Великий Зероб. Ну а кто хочет, друзья, от вас особых приветов, от Эйджея, от меня лично, пишите в отзывах, комментариях, и я с удовольствием вам передам. Ну что же, здорово. Итак, друзья, насчет болота особых вот пожеланий не было. Было вот два пожелания насчет Китая, одно пожелание насчет лагуны. Ага, вот есть, друзья, я ошибся. За болото написал подписчик, попросил, чтобы я взял Теслу и ловушку Теслы. Костюмчика не написал, поэтому костюмчик я возьму на свой выбор. Вот, возьму-ка я вот этот костюмчик тяжелый металл. Вот в последний раз мы его получили за звание. Вот великий охотник, по-моему. Вот, ну что же, давайте-ка посмотрим. И да, здорово, есть 4 зомбика. Сейчас я их попробую поджарить при помощи ловушки пушки Теслы и посмотрим, что из этого получится. И вот такой вот классный разряд. Ну что же, просто замечательно. Вот, собрали 288 монет. Здорово. Итак, давайте-ка я попробую еще вот этих двоих поджарить. И вот так здорово срабатывает наша пушка. И вот так легко и непринужденно мы собрали очередное очко мастерства. Ну что же, фантастика. Фантастика, просто-просто здорово. Итак, переходим дальше вот с вами в другой регион, в другую локацию. И следующая локация — это у нас пляж. За пляж вот тоже никто с подписчиков особенно не писал, но вот есть несколько костюмов, которых просили подписчики. А именно вот попросил подписчик сосиску на палке. Итак, где же этот костюм? Вот этот забавный костюм. Давайте-ка я возьму какое-то особое оружие, и пусть это будет сетимет. Вот, поохотимся при помощи сосиски, сетимета и ловушки Теслы. Ну, я ловушки буду ставить возле леса, на всякий случай, чтобы никто из зомбиков не удрал. Не хочется терять очко мастерства, ну и посмотрим, что из этого получится. Так, давайте-ка я брошу мозг, возьму сетимет. И вот так попробуй приманить. Ох, как здорово удалось поймать. Оглушили Эйджея, и вот бросаю сеть, и очередной зомбик пойман. Ну что же, здорово.
Итак, прячемся, прячемся. И вот так. Хорошо, и еще вот так. Да, 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 да. Вот, не воспользовались мы ловушкой. Давайте-ка ее заберу. Не буду разбрасываться ресурсами. И посмотрим, что дальше получится у нашего Эджея. Итак, вперед. Итак, 800 монет мы уже собрали. Довольно-таки неплохой результат. Вот, кстати, где бы лучше ловушку Теслы оставить? Нет, наверное, все же нужно было ее возле леса оставить. Но я попытаюсь сейчас как-то ловить при помощи сетемета. И ах, как неудачно. Ничего страшного, этого одиночку я поймаю при помощи гарпуна. И вот так, хороший выстрел. Ну что же, супер. Все зомбики собраны и очередной мастерской заход. Ну что же, просто замечательно. Просто замечательно. Вот за зимний биом вот никто из подписчиков особенно не писал. Правда, есть несколько костюмчиков, вот за которых просили подписчики. Поэтому вот я на выбор возьму-ка морозную пушку. Очень она подходит к зимнему биому. И возьмем-ка мы, вот смотрите, какие классные есть костюмчики. Жду от вас отзыва в комментарии. Каких брать Джея. Вот в следующем видео у нас есть в наличии охотничья шляпа, ковбойская шляпа, бандана, деловая шляпа, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, костюм гоблина, зимняя шапка, шлем волка, дьявол, монстр, козел, дракон, фастфуд, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты, сосиска на палке, бат, тяжелый металл и купальник. Ну вот, давайте-ка я возьму вот эту зимнюю шапку. Уж здорово она смотрится на Эджее. И посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, если мы, конечно же, сойдем вами вот в магазин. Там более научно это все будет на Эджее выглядеть. Но я попытаюсь пока как-то вот так поймать. Итак, давайте-ка бросим мозг, спрячемся пока и попробуем вот этих двоих пряничных зомбиков вот так шутя и легко наш Эджей их поймал. Вот, нету смысла здесь держать сейчас ловушки Теслы, видите, здесь есть обрыв, если они спрыгнут обрыв, мы все равно их потеряем. Давайте-ка я пока вот здесь установлю ловушку Теслы, попытаюсь как-то их либо из морозной пушки, либо из гарпуна. Ну, давайте-ка я попробую при помощи гарпуна. Ох, какой классный выстрел. Вот, и сейчас попробуем еще вот этого в защите. Ах, какая защита. Ну вот, здорово сработала моя ловушка Теслы. И довольно-таки легко и здорово удалось поймать этих зомбиков. Ну что же, остается 3 зомбика. Попытаюсь я их поймать. Посмотрим, что из этого получится. Итак, бросаю мозг. Прячусь на крышу. И ждем. И здесь оказался пряничный зомбик. И я его довольно-таки здорово обманул. Вот на крыше он меня не увидел. А вот так. Да, и еще вот этот. Отлично. Ну что же, супер, друзья. Очередной мастерской заход. И еще одно очко мастерства. И мы получим с вами звание благочестивый охотник. Ну что же, супер. Супер, это будет здорово. Давайте-ка мы с вами отправимся в Китай. Сегодня за Китай написали двое подписчиков. Одно условие я уже выполнил. Взял Теслу плюс ловушку Теслы и костюмчик Бада. А второй подписчик попросил, чтобы я взял в Китай купальник, транквилизатор и капкан. Вот, правда, не уверен я, удастся ли нам при помощи вот транквилизатора сбить зомбика. Просто транквилизатор очень плохо берет броню. Вот практически нереально ее разбить. Ну, я попытаюсь. Итак, купальник берем на нашего Эджея и попробуем вот как-то выполнить это задание. Не уверен, что мне удастся, но я постараюсь. Итак, вперед, друзья. Выбираю сразу же транквилизатор. Вот, давайте-ка я вот так. И вот попался сразу же зомбик. Да, удалось усыпить его при помощи транквилизатора. Ну вот, буквально, видите, повезло. Не просто было разбить его защиту, но я 5 пропустил. Сбил голуба, имею в виду 5 уколов я уже вот этих шприцов транквилизатора мне... Ну, как-то вот так, не очень удачно оказался бронированный зомбик. Ну что же, много шприцов транквилизатора ушло, но тем не менее. И вот опять очередной зомбик, причем в броне.
Ну, здорово, что, конечно же, удалось его поджарить. Вот сбил голубя, но это не тот результат, который я хотел получить. Интересно, мы уже выполнили условие, раз пропала вот эта отметка. Ну, наверное, скорее всего. Итак, беру транквилизатор и вот так, ой-ой-ой, оглушает Эйджея. Итак, давайте-ка, ой-ой-ой, ах, как оглушает Эйджея. И нам нужно, а я и ушел. И я потерял очко мастерства. Нужно было все же технику соблюдать безопасности. Вот не соблюдал я технику безопасности. И как-то вот так получилось. Вот и уходит маленький зомбик. Вот да, удалось мне его поймать. Но, тем не менее, очко мастерства потеряно. Ну, как-то вот так не то оружие оказалось. Не то оружие, вот, с которым можно было пробить защиту. Вот, и причем, вот смотрите, как здорово оглушили Эйджея. И вот так сбиваем грабителя. Ой-ой-ой, промазал. И еще вот так, ой-ой-ой, промазал. Ну, что-то не повезло сегодня мне. Вот этой локации с этим оружием, ну, как-то вот не очень получилось. Ну что же, последний зомбик уходит. Ну, в принципе, уже даже желания нету его догонять. Все равно очко мастерства получено. Тем не менее, хороший выстрел и попадание в голову. Ну что же, супер. Вот, печально, конечно, что я потерял очко мастерства. Но у нас еще оставался один костюмчик вот от подписчиков. Вот, это у нас Лагуна, Сосиска и Тесла. Ну что же, здорово. Итак, давайте-ка отправимся с вами в Лагуну. Надену костюмчик Сосиска. Хотя мы его сегодня уже использовали. Тем не менее, вот попросили подписчики, чтобы я его взял. Итак, Тесла плюс ловушка Теслы. Надеюсь, сейчас мы сделаем с вами мастерской заход и посмотрим, что из этого получится. Вот, чтобы перейти на новый уровень, нам еще нужно одно очко. Поэтому я буду стараться всеми возможными путями вот устанавливать ловушки Теслы, чтобы сейчас по-любому взять это очко мастерства. Ну что же, есть 8 зомбиков, подсказочка, нужно их всех поймать. Ох-ох-ох-ох. Итак, давайте-ка я поджарю. Вот, да. Ой, уходит. И вот, да, удалось мне поджарить. И это был опасный момент, потому что вы видели, здесь был морской монстр. Он мог бы съесть нашего зомбика, и тогда бы мы могли бы и не получить очко мастерства. Итак, прячусь. И вот так. Ой-ой-ой, уходит вредина. И где же моя пушка? И вот так здорово поджариваем отряд. Ну что же, супер. Итак, где же еще трое зомбиков? Давайте-ка мы их поищем. Где они спрятались? Я думаю, скорее всего, где-то вот здесь. Итак, да, вот здесь находится трое зомбиков. Давайте-ка я сейчас вот эту медузу уберу. Вот, чтобы она не мешала нам догонять зомбиков. И вот так, да. Ну что же, попытаюсь я и сейчас их поджарить. Если не удастся, вот сработает. Должна, по крайней мере, здорово сработать. Вот, ой-ой-ой, оглушили Эйджея. Но вот здорово срабатывает ловушка Теслы и очередной мастерской заход. И мы получаем звание «Благочестивый охотник». И да, и открыто мутировавший охотник. И мы получаем награду, не знаю, что это, то ли корабль, то ли что. Ну что же, как-то вот так. Итак, мутировавший охотник, новое звание. Очень необычное. Вот что-то такое получает наш Эйджей. Ну что же, это просто невероятно. Итак, давайте-ка посмотрим, что же, какие звания уже есть и что же за приз получил наш Эйджей. Итак, возвращаемся в кафешку. Вот давайте-ка посмотрим. Итак, вот такая вот награда. Кстати, давайте-ка я соберу вот за испытание пройденное. Посмотрим, какая награда у нас. Итак, награда у нас 500 монеток, 2000 монеток и еще 2000 монеток. Итак, куча монет. Надеюсь, все же в ближайшее время разработчики сделают вот обновление и добавят новых боссов и новые зомби-машины. Итак, следующий, вот всего осталось 2 звания, и следующий, вот у нас будет звание «Мутировавший охотник». И в конце, видите, будет очень необычный костюм Эйджея в каких-то красных пятнах, то ли это пузыри, то ли это какие-то волдыри,
То ли это какие-то прыщи, либо нарывы, непонятно, но выглядит это прикольно и здорово. Итак, что же за награду получил наш Джей? Давайте-ка, друзья, посмотрим. Итак, отправляюсь вот в костюмчики. Смотрите, какие классные костюмчики и шапочки есть у нашего Джея. Я уже сегодня их называл. Ну, а вы согласно отзывам и комментариям пишите, что вам нравится. И согласно ваших отзывов и комментариев я буду вот ставить костюмчики. Вот себе, за прошлым видео, которые были пожелания подписчиков, я все вот выполнил. Ну и жду от вас новых рекомендаций и советов. Итак, вот, особенно вот, начиная с вот этого костюмчика, камуфляж мы получили за звание ученик сталкера. Вот набор реактивов за младшего истребителя. Вот костюм химзащиты за старшего истребителя. Сосиску на палке за мастер-преследователь. Вот этот прикольный военный грузовик за звание смертоносный ловец. Костюм БАДа за звание легенда. Костюм тяжелый металл за звание турболегенда. Вот акуленыша за звание великий охотник. И сегодня у нас... Ого, ого, это все же костюм! Морское создание, ничего себе, я просто в шоке. Смотрите, какой прикольный костюм, это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Итак, давайте-ка, друзья, даже не могу ждать. Давайте-ка мы испытаем этот костюмчик. Вот, испытаем этот костюмчик. Сразу же пойдем с вами на болото и посмотрим, как это все выглядит. Итак, морское создание, забавный костюм. Я просто в шоке. Вот я даже не знал, что это костюм, то есть был не уверен. То ли это космический корабль, то ли это костюм. Это все же костюм. Вот, не буду, конечно же, я использовать пушку Теслы, будем побольше походим с гарпуном, чтобы посмотреть, что же это за забавный костюмчик. Ну что же, очень прикольно выглядит. Вот так здорово это все выглядит. Просто невероятно. Вот такая какая-то глубоководная морская рыбина, морской монстр. Ну что же, буду я попытаюсь побольше с ним походить в этом уровне. Вот так. Вот так и так сбиваем двух зомбиков при помощи гарпуна. Не хочется даже вот тратить пушку Теслы, хочется побольше походить с вот этим костюмчиком поохотиться. Вот так. Ну что же, просто-просто супер. Просто-просто здорово. Вот такой вот необычный, прикольный, забавный костюмчик. Давайте-ка еще напрыгнем. Вот так будем разбивать защиту, будем ловить зомбиков, просто шутя. Отлично. Итак, стреляем в очередного зомбика. И первое очко к званию мутировавший охотник мы получаем. Ну что же, просто супер. Просто супер, просто, друзья, невероятно. Итак, зомби пойманы. Вот, очко мастерства получено. Ну, а мы с вами возвращаемся в кафешку. Вот, насчет зомби-боссов сегодня. Вот, один подписчик попросил, чтобы я поймал китайского зомби-босса. Это Бурнова Доминика. И вот один из подписчиков попросил, чтобы я поймал всех зомби-боссов. Давайте-ка я, наверное, все же поймаю всех зомби-боссов, чтобы это было интересно, прикольно и забавно. Что-то мы давно их не ловили. И начнем из зомби-босса из болота. Болотный зомби-босс, прикольная бабушка на свинке. Попытаюсь я ее поймать и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, готовим нашу гарпунную пушку. Вот сразу же хорошее попадание с первого выстрела. Вот поспешил я со вторым. Давайте-ка, вот и второе попадание, отлично. Вот третье попадание, супер. И вот так, четвертое попадание, даже до половины дороги не добежал болотный босс. Ну что же, супер. Очень-очень даже неплохо. Давайте-ка мы ее переработаем сразу же на трехглазую рыбу. Это наилучшее предложение вот в данном случае. Наибольше денег можно из этого получить. Очень вам всем, кто играет эту игру, рекомендую. Итак, триглазая рыба приносит 52 тысячи монеток. Но это в наилучшем вот прокачанная зомби-выжималка. Конечно, не прокачанная приносит намного меньше дохода. Итак, дальше у нас зомби-босс из пляжа. Очень необычный и очень шустренький зомби-босс. Не просто его поймать. Очень здорово убирает, но я попытаюсь его поймать. Итак, готовим нашу гарпунную пушку. И вот первый выстрел неудачный. Давайте-ка подниму угол атаки. Ах, как здорово прыгает. И вот так, ахахах, не очень. И вот так, нужно поднимать угол атаки. И вот
Ну, как-то не очень. И есть первое попадание. Вот давайте-ка, вот поспешил. И как здорово удирает. И есть второе попадание. Отлично. Ай-яй-яй-яй, нужно выше. И есть третье попадание. Супер. И ах, отбил, отбил, отбил. И вот, ай, чуть-чуть не попал. Чуть-чуть, буквально капельки не хватило. Ну что же, продолжим пробежку. Вот не удалось мне с первой пробежки поймать пляжного зомби-босса. Ну просто обидно, досадно. Ну ладно, продолжим пробежку. Всего один выстрел. Вот надеюсь, что сейчас мы его с первого же выстрела попадем. И так промазал. Промазал первый выстрел, отбивает вредина. И вот, здорово. Просто в прыжке удалось его поймать. Вот зацепить из гарпунной пушки. Ну что же, здорово. Просто-просто отлично. Итак, давайте-ка я возвращусь в кафешку. Вот попытаюсь поймать этого зомби-босса. Вот предлагают переработать. И, кстати, вот кокосовый набиток самый лучший это вариант. То есть он принесет наибольшее количество дохода. Вот наибольше не получается мне поймать вот этого зомби-босса. Ну, как какой раз. Вот сегодня как-то неудачно. А вообще, довольно-таки здорово я прохожу этого зомби-босса, но сегодня что-то не пошло. Вот с снежным зомби-боссом, как правило, нет проблем. Хотя здесь есть один нюанс, когда он вот превращается в шар, он неуязвим. Итак, давайте-ка, вот есть первое попадание. Отлично, давайте-ка подниму угол атаки. Вот, опустим, и вот, ай, промазал. Итак, вот, давайте-ка, вот, ай-яй-яй-яй. Вот, не тот угол атаки. И это, вот второе попадание. Отлично, что-то я опять же немножко стормозил. Но надеюсь, что сейчас больше не будет таких ошибок. Итак, нужно, нельзя допускать ему. Ах-ах-ах, и промазал и ушел. Ушел зомби-босс, очень обидно. Вот продолжим пробежку. Три раза я попал, один раз неудачно. Вот никак с углом атаки не мог настроить гарпунную пушку. Вот как правило, лучше сразу же выставлять угол атаки, а потом просто вот под угол атаки вот просто подводить зомби-босса. Ну, как-то вот так. Ну что же, вот немножко неудачно как-то получилось. Пришлось сделать две пробежки. Вот с китайским, прошу прощения, с пляжным и с снежным зомби-боссом. И наилучшая зомби-машина это вот машина по хот-догам. Итак, вперед, посмотрим, как удастся нам справиться с китайским зомби-боссом. Тоже вот не каждый раз бывают варианты, что вот легко и непринужденно удается его поймать. А бывают нюансы, что приходится довольно-таки здорово за ним побегать. Ну, сейчас посмотрим, как он нам удастся. Итак, готовлю гарпунную пушку. 3, 2, 1. И вот первый выстрел и есть попадание. Отлично. Вот промазал. И вот второе попадание мимо. Вот не достала гарпунная пушка, хотя вот бил на всю длину и вот со всей силой. Ах, как неудачно. И вот второе попадание, отлично. И еще третье. И еще одно попадание. И промазал. И ах, ушел. Ну вот что-то сегодня не пошло. Вот после болотного зомби-босса только приходится делать пробежки. Ну как-то вот так. Не очень хорошо, тем не менее. Итак, здорово, вот, здорово, конечно же, друзья, что сегодня мы взяли вот новые звания. Вот давно я к нему шел, давно, наверное, и вы ждали. Ой-ой-ой, что-то я отвлекся, вместо того, чтобы ловить зомби-босса, вот, начал, вот, и да. Вот китайский зомби-босс пойман, тем не менее, все здорово у нас прошло. Итак, очень я рад, что получили мы новые звания, новый костюмчик. Очень мы долго этого ждали, и вот, наконец, это у нас получилось. Вот впереди остается всего несколько новых званий. Два новых звания. Вот предпоследнее мутировавший охотник, а какое последнее, я не знаю. Но кто из подписчиков знает, пишите, конечно же. Но мне кажется, это будет здорово. Итак, наилучше перерабатывать китайского зомби-босса это вот в шашлыки. Вот наибольшее приносит дохода вот эта зомби-машина. Вот видите, 58 500 монеток.
Ну, как-то вот так, друзья, здорово. Итак, последняя сейчас у нас, последний зомби-босс, и это зомби-босс из Лагуны. Вот попытаюсь я его сейчас поймать с первой пробежки, если, конечно же, удастся. Возможно, вот будет опять же такой нюанс, как с вот этими зомби-боссами. Вот что значит несколько дней не заходил в игру, не практиковался. Вот и видите, неудачно вот так получилось с зомби-боссами. Итак, нужно поднимать угол атаки. Вот начало какое-то не очень хорошее. И вот никак не могу прицельно попасть в зомби-босса. И ну что такое, вот сопротивление воды большое. И вот не удается есть первое попадание. Ну хотя бы уже вот как-то вот так. И вот второе прошло почему-то мимо. Ждем, ждем, ждем. И вот видите, сопротивление воды, и не удается попасть в зомби-босса. Ждем, ждем. Вот, ну, не знаю, почему-то как-то вот так получилось очень-очень нехорошо. Никак не мог вот преодолеть сопротивление воды. Бывали у меня вот такие вот нюансы. Никак нельзя было вот достреляться до зомби-босса или лагуны. А бывало, вот довольно-таки легко его удавалось поймать. Ну, попытаюсь я сейчас как-то его поймать. Итак, вот первый выстрел какой-то неудачный. Ждем. Вот второе попадание. Отлично. Ждем, ждем, ждем. Вот подплывает, есть. Отлично. Хорошо, ждем, ждем. Главное, как у охотников, здесь ловля и терпение. И вот, ну, что такое, неудачный какой-то угол атаки. И да, вот, получилось, получилось. Удалось поймать. Главное, терпение. И вот именно подождать вот этот момент, чтобы поймать этого зомби-босса. Ну вот, как-то вот так, друзья. На этом я с вами уже прощаюсь. Итак, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, какой костюмчик для Эджея вы хотите увидеть вот в следующем видео. И согласно ваших отзывов, комментариев, я, конечно же, буду работать. Вот есть у нас в наличии ковбойская шляпа, охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана, деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд, купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, дьявол, дракон, костюм гоблина, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты, сосиска на палке, военный грузовик, бат, тяжелый металл. И вот последнее, это морское создание. Вот этот необычный, прикольный и забавный костюмчик. Ну что же, всем пока-пока. Вот. А чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. Вот. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.